Нosotros Раф, как вы говорите, процесс — это процесс медленный, объединение — это медленный процесс. И есть помехи в объединении, мы не видим это как новые вещи. Как нам видеть каждый раз эти вещи как новые в десятке? Потому что когда мы чувствуем необходимость и нехватку объединения, как нам видеть это как новое? То, что вы чувствуете недостаток объединения, это тоже нечто новое, потому что каждую секунду в нас возобладает новое желание получается. И оно разделяет нас, отделяет друг от друга в самых разных видах и проявлениях. По-разному. И отсюда мы это должны понять, принять. И над удалением, которое мы чувствуем, тем не менее, постараться объединиться. Работать в этом против, в соответствии нашего, с нашим разумом и чувствами. Иногда против логики, стараться объединиться над разделением, по мере разделения. И так мы постигаем две силы. Сила разделения, а над ней сила объединения. И в этих двух силах, между двумя этими силами, мы их называем в Кабале силы авиюта и силы закута, чистоты или тонкости. И тогда мы между двумя этими силами начинаем чувствовать источник двух этих сил. А это Творец.